не планировал снимать распаковки. Да и тематика она мне не соответствует, но эта вещичка, я уже открыл, мне понравилась. Это стример, или как триммер, триммер за 360 рублей. Он выглядит очень красиво, легенький. Допустим, пришел уже заряженный. Работает. Что у нас тут еще было? Еще была щеточка, ну это стандартный набор. Тут какая-то инструкция непонятная. И насадки. Насадки у нас. Как раз то, что мне надо. 1,5 миллиметра. 4 миллиметра. 2 миллиметра. И 3 миллиметра. Вот обычно я по 3 миллиметра подстригаюсь. Вот тут вставляется. Сейчас пойду я как раз постригусь. Расскажу. Так, как она. Захлопнуть должна. Не сломать бы. 360 рублей-то. Не думаю, что. Но выглядит очень красиво. Оказывается, это все просто. Песок движений. Убиваем с этой стороны. И тут еще такие большие щелочки. И все. Сейчас пойду постригусь. Посмотрю, хватит мне аккумулятора на одну стрижку. А, еще глянуть хотел. Будет ли работать он от зарядки. Поставил на зарядку. Смотрим. Работает. То есть можно использовать его и не только на батарейке, как у некоторых стримеров. Сейчас пойду. Триммеров, блин. Пойду, испытаю. Так, постригся. Для походных условий пойдет. Будь в лесу или в отпуске. Но дома не стал бы постригаться. У меня есть другой стример. Триммер. Как бы полупрофессиональный. Этот берет волосы. И буксует иногда. Для мощности не хватает. Но если, допустим, стричь без перерыва, он начинает буксовать. Отпускаешь и опять продолжаешь. Так, поход за 360 рублей нормально. Но не для домашних условий.